Всем доброго денечечка. Сегодня буду пересаживать орхидеи. Три я пересаживала, и три вот у меня на подходе. Будем менять им грунт. Вот это вот пересадить все надо дело. Обрезать, посмотреть, что тут происходит с листьями. Ожог, скорее всего, очень похоже на ожог. Вот. Ну, дай бог, вот он молодой. Вылез и уже с цветоносом. Возможно, корни загнивают. В общем, посмотрим. Заказала на Валберисе субстрат для орхидей. Вот. Откроем. Купила два новых горшочка. И будем переваливать их, пересаживать сюда. Грунт взяла вот такой. Но он более универсальный. Написано было, что подарок плюс подарок подкормка внутри. И на самом деле подарочек подкормку положили. Спасибо большое. Спасибо. Для орхидей. Одна ампула на один литр воды. Водорастворимое удобрение для орхидей. Спасибо большое за подарок. Сейчас посмотрим, что сюда положили. Керамзит, мох и кора. Все, что доктор прописал, как говорится. Все, что нужно. Чистенькое все, влажненькое, увлажнено, не сухой. Нормально. Цена 170 или 160 рублей. Достаточно. Цена недорогая. Потому что я видела в магазинах, он намного дороже. Вот такой 2,5 литра. Достаточно будет мне даже для полутора горшочков. Вот такой. Кто, если будет делать пересадку, ну, смотрите, на Валберисе субстрат для орхидей. Это не реклама. Это вот я беру себе и делаю. И, как говорится, рекомендую вам подарочек внутри. Очень большое спасибо. Так, ну что, мы сейчас будем вынимать нашу орхидейку и смотреть, что с ней. Потому что мне не нравится вот это вот ее состояние. Да и очень много вот этих корней воздушных. Сейчас мы все это посмотрим дело. Отцвела. Но я ее не убираю. Я ее вот так согнула, прищепила вот сюда. При поливе и достаточно, если будет ей влажности, вот на этом побеге, вот видите, он живой. Вот это вот уже, ну, тоже такой вот суховатый уже. Вот тут вот суховатый, конечно. Вот это можно верхушку обрезать, а вот здесь может пойти новый побег. Поэтому я не трогаю. Но вот он дал мне здесь побег. Поэтому при первой пересадке после покупки я не удалила вот эту губку, которая идет от середины. Сейчас я ее полностью всю удалю. Вот она. Здесь уже тесно корням внутри стало. Из-за этого начали подгнивать листья. Листья я все обрезала до здоровых. Ну и, конечно же, сниму вот эту всю гниль. То, что уже начало загнивать, оставлю просто вот эти вот сердцевинку. А вот это все подгнившее, все хорошенько удалю. И, конечно, надо вот в срочном порядке вот этот вот, вот он внутри, вот эту губку удалить. Вот она. Почему я ее не удалила, пропустила. Я что-то даже вот этот момент даже и не помню. Кто пришел ко мне? Кто ко мне пришел, мой зайчик? И мяукаешь. Ты только ел, сынок. В общем, занимаюсь. Обрежу, лишнее удалю, потому что вот они хорошие, свеженькие. Вот они и начали листики болеть. А я гляжу, надо срочно, думаю, реанимировать. Все делаю. Вот так я обрезала листики полностью.
удалила сгнившие. Видите, они уже все. Корешки. Оставила только вот такие хорошие. И уложила новый грунт. Горшочек прозрачный. Так у меня получилось. Сейчас я это поставлю, замочу в замочку, чтобы полностью грунт этот напитался влагой. Залью вот сюда полностью воды вовнутрь. И вот так опущу, чтобы он полностью напитался. Оставила вот эту веточку. Здесь, возможно, даст еще побег один цветонос. Возможно. Если не даст, обрежу. А так вот пошел цветоносик здесь. Это новенький цветонос. Потом я его к палочке закреплю. Будет очень хорошо и красиво. Все. Заливаю. Вот так вот. Видите, там свежие, хорошие черешки, корешки. Все. Главное, шейка, чтобы была не зарыта, не закопана. Вот начинается шейка. Вот корешки пошли, вот они все воздушные, я их все убрала. Все, и закрыла все корешки вот так. О, как, какие возможны, не стала ломать уже вот все этим и мхом, и кто они, корой. Все, делаю второй, третий. Хотела показать, что было в горшке. Вот, видите? Это тоже был грунт для орхидей, но он уже переработанный, все уже. Это уже превращается в землю. Конечно, в таком грунте начнут подгнивать, как вот здесь корешки. Такое уже нельзя. Вот этот уже грунт весь на выкид. Его использовать уже все. Видите, даже часть корешков гнилых. Неправильно был подобран у меня горшок, хотя он для орхидей тоже. Вот. Ну, в общем, больше я такие горшочки покупать не буду. Беру теперь вот такие. На ножках. Вот так вот, чтобы и водоотведение. Видите, сколько дырочек много сделано. Ну и, конечно, сюда наливаться будет вода. И будет забираться снизу. И не будут подгнивать вот таким образом. Это вот все уже на выкид. Орхидеи я как следует замочила. Сейчас они у меня стекут все. Все пролила как следует. Сейчас стекут. Переставлю их вот во второе кашпо. В горшочек. Видите, все промокло. Сразу позеленели эти корешочки. Ну и в подарочек дали. Что тут? Водорастворимое для орхидей на литр. Ну вот у меня леечка. Сейчас мы разведем и прольем. После того, как они напитаются обычной водой, прольем их сразу вот этим вот для орхидей. Так, ну что, все три готовы уже. Значит, ставлю пока. Пока не знаю, как их поставить даже. Вот эту, наверное, сюда цветущую вниз. Так вот мне будет ее хвостик, чтобы мне ей, видите, отцветает уже, падают орхидейки уже, отцветают. Вот новый побег уже здесь нету. Вот здесь где-то был, а вот он. Цветонос, скоро подщипну его сюда. И вот этот цвести будет. Вот эту не удаляю ветку отцвевшую. Вдруг на ней тоже будет. Как здесь, видите, одна отцвела. Обрезала, и боковой еще дала. Вот еще дал хвостик. Вот эти отцветают уже. Вот это будет еще цвести. Так, здесь вроде все. Вот цветонос вроде. Вроде очень похож кверху. Не к низу, кверху, но может быть и корень.
Не, корешок. Вон. Такой вот он цветом тоже корешок. Все-таки корешок это. Вот уже мал горшочек-то. Да, кто тут рядышком со мной ходит все? Так, ну все, ставим их по местам. Ой! И те, что пересадили, пролью вот этим подаренным. Что там для орхидей было. Ой, господи, как тут мне, оказывается, и неудобно. И неудобно мне полить тут. Так, сюда маленький тоже ее. Чуть-чуть. Не знаю, сколько там. Вот этот горшок надо под замену будет потом. Потому что у него вот всего лишь корыца. Вот оно, о, вот уже и полился, все. Надо его куда-то слить. Куда-то его слить надо. Так вот. Ну и заодно прольем вкуснятинкой остальные. Снятинкой пусть маленько вкуснятинки покушают. Вон корни здесь какие прям, но уже надо в горшок больше уже прятать их надо, либо убирать отсюда и опускать его ниже. В общем, пока так. Ладно, все вот так сделали, обработали. Ура-ура. Вот эти можно еще и попрыскать. Здесь, кстати, у меня растворен для орхидей по листве тоже этот янтарная. Все, создадим микроклимат из запрыскания. Окно чернее ночи. Все. Будет красиво цвести. Будет нам дарить красоту орхидея. Кто любит орхидеи? Я просто их обожаю. Вот это будет белая. Представляете, какая шикарная вот такая вот ветка была. Вся-вся густая, как невеста прям. Да. Это тоже очень красиво отцветает. Какие-то быстро отцветают, а вот это очень долго цвела, вот это белая. Несколько месяцев, три. Месяца три меня она радовала прям. Все. Я молодец. Сделала. Расти. Расти, мой зайчик. Расти, мой хороший. Ты должен быть красавчиком. С тебя увидим, какая красота будет. Расти с удовольствием. Так вот. Всем пока. Всем пока.